Новый глава постоянной делегации Европейского союза в Молдове Пирка Тапиола заявил в ходе пресс-конференции, что у Молдовы есть упущения в части внедрения реформы юстиции, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, несмотря на то, что республика является лидером восточного партнерства. У Молдовы есть проблемы в борьбе с коррупцией, и мы на это не закрываем глаза. Кишинев предпринял конкретные шаги в этом направлении, но мы продолжаем внимательно отслеживать и обсуждать эти проблемы. Все страны восточного партнерства переживают переходный период и сталкиваются с теми или иными проблемами. Кишиневу необходимо улучшить бизнес-среду, и мы хотим убедиться, что в будущем все процессы приватизации будут прозрачными. Напомним, ранее посол Германии в Молдове Матиас Майер заявил в ходе одной из телевизионных передач на частном канале, что в Молдове развивающиеся реформы коррупции стали настолько сильны, что это пугает. Матиас Майер утверждает, что работающие в нашей стране бизнесмены не очень-то удовлетворены существующей в Молдове ситуацией в деловой сфере, обращаются с конкретными жалобами и большую часть своих проблем могут решить лишь при содействии посольства.